Ну что же, тогда начнем с карты. Что у нас произошло за вчерашний день твоего отсутствия и поездок в командировке? Расскажи нам, что на фронтах. Ну, смотрите, значит, насыщение российских войск мобилизованными дало свой эффект, наконец. Прибыли сюда в товарных количествах, в общей сложности до 100 тысяч. И это постепенно сказалось на фронте. А именно, им, удалось стабилизировать линию. Вторая причина этого – это недостаток поставок вооружения военной техники со стороны наших союзников. Ну, как бы, это причина, которая за секунду не меняется, не осуществляется планово. Ну, значит, пока так. А вот большой такой переменной формулой явилось то, что они, на отдельных участках смогли насытить и стабилизировать линию фронта, а на других высвободить и перебросить части, которые сохранили кадровый костяк, либо, в принципе, являются кадровыми. Эти части немедленно бросили в контрнаступление, усиленное под Бахмутом. Раз. Видишь, сколько стрелочек там на карте? Видите? Да. Много частных попыток операций. На Нью-Йорк они наступают уже 8 месяц, и все безуспешно. Немножко в районе Донецкого аэропорта там войска, так называемые ДНР, ДНР, состав России, но тем не менее. Значит, на Маринку снова попытались ломануться, авиация там даже вовсю применялась. И побежали они на Новомихайловку и на Павловку в районе, значит, Запорожской области уже. Там они пошли в атаку, радостно в районе Угледара. Город перед Угледаром. Вот если посмотреть, значит, они радостно объявили, что Павловка взята, это чистая брехня. Что они, потом они поправили, что мы вышли на окраины, тоже брехня. Значит, там идут бои в районе населенного пункта. Нашим войскам удалось стабилизировать обстановку к вечеру. И, значит, они залихватски сообщили, что завтра уже мы продолжим. Но уже с продолжением мы посмотрим, как у них получится. Значит, ну вот, стиль войны российские полководцы не меняют. Только-только появился какой-то условный избыток возможностей, небольшой. Как они радостно, значит, немедленно кинули его в атаки. Ни попыток накопить, ни попыток подумать, там, ударить в нужном направлении и так далее. Вопрос, почему они так тупо воюют? Ответ очень простой. Их гонит политическая воля, которой они не в состоянии противостоять. Да, вот это для нас очень хорошо, потому что и без того малые резервы, которые, в принципе, могли бы им помочь, там, стабилизировать и так далее, они немедленно кинули расходовать в наступление. Как они наступают, мы все знаем. То есть им скоро, очень, очень скоро опять станет не хватать войск. Ну, замечательно. Потому что, как мобиков они еще могут набрать, а вот технику брать с каждым днем все сложнее и сложнее. Нас это полностью устраивает в обороне. В принципе, убивать их ничуть не менее, как бы. Ну хорошо, а потери их возросли вот на именно на Бахмуте. Вот что ты можешь сказать? Они прут на Бахмут, как обычно, людскими волнами, по 8 атак до обеда, 8 атак после обеда, там и так далее, но, ну, условно, понятное дело. Но, как и видишь, как мы видим, линия-то немножко отодвинулась от Бахмута, да? Так как так получается, что люди атакуют, а линия отодвигается? Никто не хочет. Не знаю, расскажи нам. А получается, очень просто, они выхватывают люлей и теряют, они в состоянии удержать районы местности и рубежи. Оставляют эти рубежи, наши войска продвигаются, занимают более выгодно. Ну да, это продвижение, надо правильно понимать, это 100-200 метров, там, сям, но тем не менее. Так, ну давай переедем на что у нас происходит под Херсоном. Там тоже так же? Под Херсоном тоже тяжелая возня за посадки, за перекрестки, за конкретные 100 метров тут, за конкретные 200 метров там. Там из положительных новостей у нас там решительное артиллерийское преимущество, и мы, значит, им вовсю безнаказанно пользуемся. Одно накрытие, второе, третье, пятое, десятое. Я их даже тупо уже не считаю, потому что их по 15, по 20 день за сутки. Поэтому так или иначе мы там от мелких складов до отдельных САУ, до позиций там ураганов, до этих самых штабов, складов с боеприпасами, переправ. Все это в режиме плановой работы осуществляется. Плановой. Ну и сегодня крупный налет. Второй такой сначала с 10 октября, когда было пущено больше 50 ракет. 53, по-моему, 52. Не помню точно. Значит, 44 из них сбиты. Это почти 90%. ПВО отработало просто блестяще. Одна из ракет бахнула так конкретно. Была сбита прямо надо мной. Это аж в ушах зазвенело. Да. И, ну, так рядышком совсем. И суть не в этом. Суть в том, что что хотел сказать умного?
Ну, над тобой взорвалось, да. Умного я хотел сказать следующего, что они били по подстанциям, короче, по распределительным станциям, там все это электрики, гидросооружения уже. Поэтому летело в основном там, где находятся эти гидросооружения. Наши заявили, 18 повреждено, и народ задается законным вопросом, а как же так? Если сбили из 53-44, как 18 могло быть повреждено? Во-первых, надо понимать, что многие сооружения расположены кучно, и одна ракета может повредить 2 или 3. Во-вторых, надо понимать, что пускали не только крылатые ракеты самолета, это же пускали ракеты С-300 по наземным целям и так далее, в разных местах. Поэтому могло быть повреждено больше. Вот для тех, кто заподозрил, что мы там обманываем, правительство или Генштаб обманывает свое население и прочее, прочее. Но я не думаю, что украинцы так думают. Мне кажется, что это такая попытка российских ботов закинуть темку на рассуждение, на то, чтобы мы поволновались, правительство от нас что-то скрывает. Вот. Ну, для того, чтобы этих разночтений не было, я отвечу. Ну, да, вот такая история. Это ну, вот помню. Смотри, вот эти сбитые из 50 ракет, и ты об этом, по-моему, пост написал, 44, это следствие чего? Вот в результате налета, это средство ПВО, ранее предупреждение. Ну, во-первых, совершенствуется. Я вспоминаю, что вначале мы сбивали 30%, 35% отпущенных ракет. В начале войны. Сейчас она совершенствовалась. Как бы наши воздушные силы 8 месяц в войне. 8 месяц они сбивают эти ракеты. Все средства воздушного поражения и носители. И так далее. Поэтому ну, опыт не пропьешь, он накапливается. Ну и к тому же ракета — это очень специфическое оружие. Они летают приблизительно по небольшому набору маршрутов. И как бы совсем что-то новое трудно придумать. В принципе, приемы и способы изучены. Второй момент — это то, что сегодня же явная попытка перенасытить наше ПВО снова произошла, но не удалось. Они решили взять не там как бы не внезапностью, потому что внезапности невозможно достичь. Мы видим взлетающие стратегии с самого начала, только они над аэродромом поднимаются. Но это типа давайте перенасытим. Перенасытить не удалось, потому что уже западное ПВО стоит на страже наших как это, воздушных границ, если говорить языком службы Советскому Союзу, и отлично работает по воздушным целям. Сегодня спикер воздушных сил сказал, что система АРСТИ, которая стоит немецкая, отработала на 100%. То есть все 100 ракет, все ракеты, не 100 ракет, а все ракеты, которые были пущены, все поразили цель.